Всем привет, с вами Юля. Сегодня я хочу поделиться с вами своими рукодельными продвижениями, какими-то вещами, которые сшились, что вышиваю. Хотела поснимать влог, но как-то не получилось, поэтому буду показывать вот, наверное, такими небольшими видео. Может быть, все вместе потом смонтирую, посмотрим, как будет получаться. Во-первых, хочу показать вам швейную работу. Я давно не шила, и мне очень хотелось чего-то пошить, знаете, понравилось мне это дело, шить. У меня стало уже получаться получше, покачественней. Смотрю, конечно же, мастер-классы, учусь и набираюсь опыта, поэтому изделие становится, конечно же, лучше. Нравится играться с тканями, что-то такое, знаете, рукодельное, ну, всегда приятно. Я вам показывала, что я купила небольшой наборчик морских тканей, в частности, вот эту ткань я вам показывала, что я от нее без ума и хочу что-то сшить, и прям не знаю, что из этих морских животных. Тут разные морские коньки, рыбы, скаты, каракатицы, черепахи, в общем, насыщенная ткань. Кстати, дочиталась, и это батик, да, вот такая красивая тканюха под освещением, под лампой. Вот ткань, она, знаете, переливается, и такой эффект именно морского дна. Вот, я сначала хотела сшить, может быть, какую-то чехол для рамы, ой, не чехол для рамы, а для процесса, какую-то сумку для процесса, какой-то органайзер. Вот, но потом подумала, посмотрела и решила сшить из этой ткани мешок для в дорогу, для всяких вещей, белье, там, ну, всякие вещи нужно с собой брать разные. Хочется иметь и косметички, у меня есть всякие косметички, ну, вот еще какие-то такие сумочки. Вот, сумочка получилась такая большая. Я вам, наверное, подпишу размер, потому что я сейчас не вспомню. А, ну, есть линейка под рукой. Да, есть, вот линейка нашлась. Немножко так прикинем. Так, получилось где-то 28 сантиметров на 30, примерно так, да, 28 на 30. Такая большая сумка, я сделала специально большой отступ к кулиске завязки, чтобы вот когда она собиралась, вот так, сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть, чтобы был вот такой вот красивый пушистый верх. Мне очень хотелось, есть девочки, делать еще больше даже. Тоже классно, но вот мне, думаю, такого будет достаточно. Здесь у меня кулиска, ну вот такая вот лента нашлась. Искала, знаете, в запасах, как-то я проморгала этот момент, не купила ленту. Вот, и когда уже все сшила, думаю, а ленту? Ну, нашлась вот такая, сначала мне показалось как-то ярковато, но тут есть такие оранжево-красные элементы, и для такой, для придания немножко яркости, она, в принципе, хорошо здесь смотрится. Дальше я покупала вот такие вот штуки, которые держат ленточку. Они очень хорошо, хорошее крепление, пружинка очень хорошо держат. Ручки широкие, длинные. Вот. Внутри у меня просто голубая ткань. Я покупала метражом. И я ее использую теперь во внутреннее оформление очень часто, потому что мне много, там метр покупала. Здесь эта ткань Liberty, тоже очень хорошая ткань. Здесь такой нейтральный рисунок, она нежно-голубая, какие-то такие вот ягодки, но слабо видно, поэтому подходит под очень много разных дизайнов ткани. Ну, такой простой кармашек, в общем, так, ничего особенного. Внутри там все вот так, очень хорошо получилось. Она с дном, можно и вот так ее вывернуть, вот тут у меня ручки так пришиты, можно и так вывернуть, что-то поставить, какие-то, не знаю, там, косметику, еще что-то, то ли вещи можно с собой взять. Ну, в общем, практично получилась сумка, мне она очень нравится, и ручки есть, и завязки есть, в общем, я готова к отпуску практически. Вот такая красота, очень-очень она мне нравится.
Потом, что еще я пошила? Пытаюсь я двигать свой процесс морской. И решила с рамы переставить на кюснапы, чтобы он был более мобильный, потому что как-то устала я вышивать за большим станком, хочется каких-то перемен. Вот, есть у меня вот эти кюснапы, по-моему, 25 сантиметров, которые... Ну да, 25. 25 на 25. И не было у меня большого чехла. У меня есть маленькие чехлы, мне их дарила фея рукодельная, но они под нурги круглые и под... Ну, и под, по-моему, пяльцы тоже круглые. Вот, а сюда не было. И так как ткани очень много, вышивать было неудобно, я решила сшить чехол. Шьется он быстро, конечно же. Выбрала такую ткань, незатейливую. Морской не нашлось, потому что оно уже был большой отрез. Вот, не нашлось. Нашлись вот тут какие-то зайцы у меня были. Такая весенняя тканюшка. Цветочки, зайчики. Такое нежное. Вот, и... Получилось прикольно, широкий, с запасом, много здесь ткани, чтобы можно было сюда вот прям ткань все от процесса собрать и вышивать. Опробовала, все хорошо, просто вам показываю, как это смотрится на кюснапах. Вот, это две мои такие рукоделки, то, что я успела пошить, ну, времени у меня было немного, я уже вам об этом говорила. Дальше хочу показать вам сразу наборы, и потом перейдем к вышивкам. Вы знаете, что я сотрудничаю с Lanart, и Вервак — это тоже самая фирма, у них два бренда. Вот, привожу наборы. Весну привозила большую партию, там часть продала, часть еще не продала, потому что, наверное, видео снимаю мало. Вот, и девочки просили показать, что я себе оставила. Ну вот точно то, что точно я себе оставлю, вот я принесла домой и вам покажу. А то, что у меня в наличии, ну простите, я пока задерживаюсь в видео, я надеюсь, что я до конца месяца найду время, поеду на работу и сниму, потому что набор у меня на работе. Вот, там в магазине тоже и гречанки приходят, выбирают что-то, покупают. Вот. Поэтому хочу показать, что я привезла домой. Во-первых, вы видите, здесь все старая упаковка. Мне очень нравится старая упаковка. Я прям, не знаю, млею почему-то. Вот мне нравятся эти нежно-зеленые пакетики. Вот такая упаковочка с крючочками. Хотя это не очень удобно, но тем не менее мне нравится. Вот, у них есть серия. Я думаю, что, наверное, это перевыпуск, потому что раньше я у них не видела. А сейчас они пришли в новых упаковках, но есть парочку пришло в старых. Я в старой упаковке себе забрала, потому что ну, это какой-то такой кайф, не знаю. Посмотрите, какая красивая магнолия. Шикарная. Нежный цветок. Прям руки чешутся начать. Ой, держите меня семеро. Все хочется начать. И это триптих должен быть. И в пару идут вот такие два цветка магнолии. Видите? Тут два кода, значит, они идут и на Аиде, и на равномерке. Упаковочка маленькая, но сам дизайн не маленький. Смотрите, тут даже скрепки есть. Такой он старенький. Так, значит, 30 на 20 сантиметров. Совсем не маленький дизайн, набор. Вышивается на равномерке 27-го каунта. Ну, типа Линда, наверное. Ну, наверное, Линда, скажем так. Вот, ну, нитки здесь вы видите какие. Скорее всего, будет вышиваться в одну ниточку, потому что большой дизайн, ниток немного. Ну, может быть, частично в две, в одну, как это любит делать Маржелин. Не, Маржелин Бассейн или нет? Я могу. А, я не вижу. Ну, вот. Нет, наверное, не Маржелин Бассейн. Тут так поспешила. Вот такой красивый цветок, прям очень хочется его начать. Дальше, вот такой вот дизайн, давно на него смотрю, смотрела, он малоизвестный, его обычно не заказывают, и решила заказать себе. Пришел в старой упаковке, я вот не знаю, будут его снимать с производства или нет, потому что вот такие вот снимают часто из производства. Размер 27 на 34 сантиметра. Это точно дизайн Маржелин Бастин. Вот. Люблю я этого дизайнера. Но здесь на Аиде. Аиду я, конечно, буду менять.
на Линду, скорее всего. Размер 27 на 34 сантиметра. Ниточки очень красивые. Вот. Ну, Аида крупная, 14 аккаунта. Нет, не буду вышивать на Аиде. И вот такие здесь птички, глициния. Давно я не вышивала что-то такое. Прям очень хочется на весну. Вот. И еще один набор, который долго я вокруг него ходила. Взять, не взять. Все-таки не дешевый. Потом думаю, нет, надо взять, потому что он очень красивый будет в отшиве. Здесь размер, во-первых, 39 на 49 сантиметров. Называется «Небесные анемоны». Старая упаковка, что уже само меня подкупает. Мне приходится выкупить все, что у них в старых упаковках. И вот посмотрите с обратной стороны. Я думаю, вы меня поймете. Я как только перевернула, я сразу поняла, я его не могу никому отдать. Вы что? Вы посмотрите, какая здесь основа. Здесь лен тонированный, да, вот такой здесь тон красивый, нежно-зеленый, такой не зеленый, мятный, очень красивый, такой нежный. Ой, я люблю вот зеленые такие оттенки. Кстати, здесь тоже скрепки. Представляете, ниточки. Ну, ниточки такие красивые, нежные. Лен 30 размер. Большая очень упаковка, больше чем А4. И что тут у нас здесь такое плотное? Ну, нитки свернуты, да. Ну, да. Вот. Я бы тоже его начала. Я бы все начала. Но отпуск такой маленький, так быстро заканчивается. А хочется, конечно, еще и отдыхать, не только вышивать. Вот. А у меня хвосты. Я надеюсь, что если все будет хорошо, то весной я все это поначинаю, просто устрою себе какие-нибудь старты. Но сначала нужно устроить финиши, да. Я вот все время не могу удержаться, чтобы не помечтать. Вот держишь в руках эти наборы, слюной и сходишься. Вот какая красота, посмотрите. Ну, класс. Представляете, 39 на 49. Да еще оформленные вот эти анемоны небесные. Такое сочетание, мятная основа. Нежные коралловые вот эти анемоны. Все это такое воздушное. Тут, скорее всего, две сложения ниточки. Тут, наверное, в одну будет вышиваться. Ой. Ой-ой-ой. Вот такая красота. Вы сами просили показать. Я вам показала. И переходим к... Переходим к прогрессу. Оп. А что у нас по прогрессу? Основной процесс на сегодня это Риолис Аржентей по картине Клода Моне, размер 40 на 40 сантиметров. Вот такая красотень должна получиться. Вышиваю другу на подарок. Он очень любит Моне. И, в общем, мы прониклись, я его любовью, он моей вышивкой. Я ему говорю, ну давай я тебе вышью. Вот, и с января вышиваю, очень хочется надеяться, что он будет ждать не 3 года, как обычно ждут, да, обещанно, чтобы хоть к концу года он уже дождался. Вот, ну, красивая работа получается, класс, у меня уже, я так себе представляю, где-то 50% должно быть, ну, может быть, 48, где-то так. Вот, самая главная новость на этой неделе, то, что мне подарили сагу, девочки. Вот в этом случае сага имеет значение, сделала очень большую разницу в процессе. Ну, здесь как бы еще какие-то были такие пятна, можно было это вышивать. По бумажной схеме можно было вышивать. Понятно, что это не так удобно, как сага, но тем не менее. Вот, а здесь уже, поднимаясь вверх в небо, там идет такая, знаете, хорошая мешанина. Вот, и по бумаге, причем цвета значков такие, ну, в тон, ну, не совсем в один тон, но как-то, знаете, глазу все равно тяжело их сличать, выбирать эти значки, вот, немножко все-таки они как-то сливаются, и, ну, знаете, я уже так с тяжелым сердцем настраивалась на эту мешанину, думала, как я буду вышивать это небо. И добрая душа, добрая девушка, большое-большое спасибо за такой подарок.
просто меня девушка спасла, вот, мне подарила сагу, и процесс пошел. Вот вы знаете, я вот здесь где-то была, даже вот здесь у меня было вышито, я вставлю фотографию, как выглядит работа. Вот, и там были пробелы, я там сидела потихонечку, там пробелы заполняла. Когда у меня сага появилась, я за пару вечеров вот этот кусок просто хоп и вышила. И аж сама прибалдела, думаю, ну молодец же я какая, как круто, а вот сага, раз, и процесс пошел. И хорошо пошел, потому что вот эта мешанина очень хорошо вышивается по саге, выбрал значок и потихонечку пошел один цвет, второй, третий, их немного цветов. Но просто идет в перемешку. И есть и полукрест, и крест, и так, и сяк. Вот. А тут у меня что? Мне тут, наверное, полукрест не в ту сторону вышит. Или это я крест не закрыла? Молодец, Юля. Напортачила. Вот тут. Да. Скорее всего, надо будет проверить, что я там навышивала. То ли крест не закрыла, то ли полукрест вышила неправильно. Нужно проверять. Бывает такое. Я потому что привыкла в другую сторону вышивать полукрест, а здесь у Риолиса он вот так в левую сторону смотрит. Поэтому, ну ладно, что ждет. Вот сейчас только заметила. Так увлеченно вышивала, что даже не обратила внимания. Вот. Сегодня буду представлять кюснапы. Сюда подползу. Пошью здесь тоже кораблики. И вот так, когда смотришь на картинки, сразу не видно, сколько кораблей, а когда вышиваешь, уже начинает становиться понятно, что здесь не только две красные лодки, они вот тут их много. Сколько мачт, столько там и лодочек. И даже здесь будет человек. Вот он, с парусом. Вот. Старенькие мои подписчики помнят, что я вышивала вот Риолис «Попутный ветер». Тоже шерстью, большая работа, 60 на 40. И там тоже был человечек у штурвала. Корабль большой, и у штурвала был маленький-маленький человечек. Кстати, ту работу я тоже подарила любителю просто моря. Он когда увидел этот корабль, когда увидел эту работу, у него свой кораблик тоже есть. Он прям так у меня и выпрашивал, так как это друг, я ему подарила. Вот, и здесь тоже будет человечек ставит парус, он ставит парус или что-то еще делает. Вот, ну, работа продвигается, двигается. Надеюсь, что до конца года я ее дошью. Стараюсь не отвлекаться сильно, потому что если отвлечешься, то все, пиши пропало. Надо держаться и шить, чтобы поскорее получить результат. Изнанка вот такая. Вот такая вот изнанка. Совершенно простая. Есть закрепки, небольшие протяжки. Так. Вот. Так, что еще? Так, еще с работы я принесла вот этот процесс. Это один из старичков-старичков. Покупала, по-моему, в 2017 году или 2018, точно уже не вспомню. Записи даже искать не буду. Вот, и там сделала первые крестики и отложила надолго. Потом еще пыталась что-то повышивать. И, ну, как-то вот не пошел процесс. Это скатерть от Вервака, размер 80 на 80 сантиметров. Здесь вставка Аида 10 каунта, а здесь мелкая равномерка. Вот такая специальная ткань. У Вервака, кстати, очень много скатертей шикарных на разную тематику. И морские, и котики, и цветочки, и печенюшки. В общем, цветы. Все, что в душе, в общем, угодно. Очень-очень красивая. Скатерть от Вервака, у них коллекция. Эту скатерть я покупала еще до сотрудничества. И у меня еще одна из скатерть, две лежат. Хоть бы одну вышить, да? Вот, и в этом году я так собралась силами, к тому же, что за эту работу голосовали мои подписчики. Вот, ну, начало года у меня не рукодельно не задалось, ну, вот сейчас я немножечко как-то опять организовываюсь. И смотрите, у меня здесь вышилась одна сторона целая, целехонькая. Как ее вам показать? Вот так.
Вот, одна сторона готова. Слушайте, ну даже крупные каунты, даже неровные крестики, они здесь неровные, потому что вот эта основа мягкая, и ну все равно немножко я затягиваю, не совсем же в расслабленные быть. Они, ну, получаются неровные. Вышивка в три сложения ниточки. Вот, но даже так получается очень симпатично. Я думаю, что никто там носом возюкаться по этим розочкам не будет. Скатерть белая такая, знаете, праздничная, это не на каждый день. Это я, наверное, себе буду где-то стелить и по воскресеньям пить благородно кофе. Одна в одиночестве, муж будет сидеть в стороне от скатерти. Это, знаете, мужчины не всегда такие, как малые дети. Где-то что-то у них капнет, упадет, и потом отстирывай, ругайся. Ну, я шучу, конечно. Это шучу. Вот. По праздникам можно стелить и радоваться, и пить кофе, и просто получать эстетическое наслаждение. Вот. Но тут еще три стороны вышивать, поэтому расслабляться не нужно. Только всего лишь одна вышита. Вот. Вышила уголок, да, разворот, и дальше вот серединку определила у этого блока и приступила уже вышивать центр. Ничего, потихонечку буду шить. Думаю, что к январю, наверное, завершу. И еще один есть процессик. Так, и еще один процесс, который я взяла сейчас в работу, это Dimensions, Фредерик Литератор. Очень-очень известный дизайн, набор. Его часто и много вышивали. Мне этот набор подарила Виктория. И жаль, что я его сразу не начала вышивать. Нужно было все отложить и его сразу вышить. И знаете, вот много процессов, вот так все вперемешку. Он как бы и завис, немножко завис. Вот, но я решила его сделать процессом по ниточке. Вышивать там либо утром, либо вечером по одной ниточке. И есть уже у этого решения прогресс, да. Ну, во-первых, у меня здесь примерно 40% уже вышито. Вы знаете, несмотря на то, что работа, в общем-то, знаете, мы ее глазами много раз вышили, ну, она потрясающая разработка. Посмотрите, какой объем, как хорошо здесь все прорисовано, продумано. Какой шикарный кот, как настоящий. Ну, потрясающий. Я думаю, что эта работа никогда не состарится. В плане того, что там, да, вот дизайн такой старинный. Вот, я видела оформление недавно, все еще оформляют этот дизайн. Ну, потрясающий. Я тоже как вышью, я его оформлю. Я уже так подумала, что этот дизайн достойно быть оформленный, потому что на него приятно всегда смотреть. Вот как на Макса и Мэгги постоянно хочется смотреть, рассматривать. Вот так же и этого кота хочется рассматривать. Поэтому, ну, пока по ниточке, потому что вышиваю аржанты. Пока по ниточке. Вот я вышила уже целую книжку, да, за пару дней. Вот, и потихонечку дальше буду продвигать. Не снимаю с пялец, потому что и так все понятно. Просто вам показываю, на каком этапе сейчас находится эта работа. Ну и как будет что-то появляться, буду вам показывать. Вот, вышивается легко, несмотря на то, что это Аида 14 аккаунта. Ну, время, девочки, время. Вот такие у меня новости на пока. Не знаю, не прощаюсь. Вот, если получится видео смонтировать, выложить, то желаю вам всем хорошего настроения, шустрой иголочки, до новых встреч. А если нет, тогда увидимся с вами в следующем включении. Всем привет! С вами Юля. Хочу немножко поснимать влог. Пока у меня отпуск, пока у меня есть свободное время, есть настроение повышивать, есть настроение немножко поснимать. Потом с сентября не знаю, как будет складываться рабочая обстановка и вообще обстановка. Может быть, времени столько не будет, и буду снимать опять очень редко. Ну, не знаю. Хочу, пока есть возможность, немножко с вами пообщаться. Вот, я показывала вам, что я достала из
закромов из моих запасов начатышей. У меня там большой мешок начатышей. Достала Dimensions Frederic Literator, потому что работа легкая, простая, и давно она у меня уже лежит. Как-то хочется ее продвигать хоть какими-то темпами. Решила сделать утренним процессом. Просыпаюсь, пью кофе, вышиваю 1-2 ниточки, и вот я вырастила. Но, по-моему, в прошлый раз я вам показывала, что я уже вышивала там вот эту книгу. Не помню, была она вышита или нет. И вот сейчас я вышила еще вот эту книгу, ну почти, да, вот основную часть. А здесь уже будет у меня хвостик. Да, вот здесь будет вышиваться, видите, вот так место под хвостик. Вот, ну что сказать, хорошо вышивается, отлично идет. Я рада, что взялась за этот процесс. Буду надеяться, что все получится. И не буду его откладывать в этом смысле. Не ставлю никаких планов, когда его нужно дошить. Просто по ниточке, хоть потихонечку, вот так как-то вышивать. Я думаю, что это самый тот вариант, чтобы продвинуть процесс. Так, показала. Дальше. Идем дальше. Кот. Вот он, шикарный. Про него забыла совсем. Лежал у меня в чулане. Уже скоро осень. Будем украшать рукодельный уголок котами. Котами и всякими такими рукодельными штуками. Вот. Дальше хочу вам показать продвижение по моему аржантею. Извиняюсь за нитки припаркованные, но куда деваться без них. Иногда приходится парковаться, я имею в виду. Вот какие-то такие участки. Но я думаю, что продвижение заметное. Да? Я, конечно же, вставлю фотографию, как выглядела работа в последнем отчетном видео. И вы можете сравнить, что появился парус, появился человек. Вот его уже можно различить. Вот, видите, вот так. Вот он. Я когда вышивала, я ждала, что где-то должен быть человек. Но когда вышиваешь, непонятно, потому что этого человека здесь определяют буквально 3 крестика коричневого цвета и 2 полукрестика вот такого кирпичного, еще какой-то светлый цвет. И вот тебе, пожалуйста, человечек. Вот, ну, конечно же, я здесь вышила много фона. Ой, дай бог здоровья тебе, дорогая моя дарительница саги, с твоей помощью процесс пошел намного быстрее. И вот, в частности, вот этот фон. По саге он вышивается легко. По бумаге, честно вам скажу, было бы тяжело, потому что очень близкие цвета, и я бы теряла какие-то... Но они не одиночки, не просто идет такой разброс, не сильно один настоящий крестики. В принципе, как-то они группками разбросаны, но все равно глазу все выделить правильно, да, вот ближлежащие сложновато. И бывает так, вышиваешь, где-то пропускаешь, потом приходится закрывать этот крестик. А по саге уже, как бы, видите, ну вот, прогресс пошел и хорошо идет, слава богу. Продолжаю его вышивать до понедельника, точнее, до вторника. А во вторник я уезжаю в деревню. Пока у нас пляжный сезон, мы купаемся, очень радуемся этому отдыху, хорошее море. В этом году очень жарко, но море прекрасное. Вот, сейчас у нас каждый день программа морская, и во вторник я уезжаю в деревню, туда возьму скатерть. И сегодня я хочу подготовить немножко этот процесс. Этот пока будет отдыхать, туда я хочу взять процесс. Вот этот скатерть, и этот процесс я хочу немножко организовать. Хочу сшить сумку, но вот не знаю, какой дизайн сумки шить, как шить. Знаете, что-то хочу сшить, но что точно не знаю. Сейчас принесу, покажу вам ткани. Итак, с собой беру вот такой процесс. Скатерть от Вервака, размер 80 на 80 сантиметров. И хочу сшить сумку дорожную. Хочу сделать размер большой под кюснапы 25 на 25 сантиметров, потому что маленькие сумочки у меня есть, но вот под такой размер нет. Хотя я эту скатерть вышиваю на нурке, вот,
Но объем большой, видите, ткани много, ниток много, поэтому хочу какую-то большую сумку сшить. Честно вам скажу, дизайны ищу, присматриваюсь, ищу у девочек, что кто как шьет. Пока не нашла какого-то дизайна, который бы меня вдохновил. Вот именно для большой сумки, да, там, понятно, конвертики разные. Это все мы знаем. Кстати, тоже хочу шить конвертик, но это не первая необходимость. Сейчас хочу сшить сумку, может быть, сегодня-завтра осилю, потому что шью я медленно, да, я как-то сама там просчитываю, долго измеряю, подрезаю, сшиваю, то есть у меня это не очень быстро. Я не могу сразу сделать выкройку и все это сесть и быстро сшить. У меня таких навыков нет, поэтому мне каждый ход я должна перепроверять, что-то смотреть, и поэтому идет очень медленно. Вот, хочу показать вам ткани, которые я выбрала. У меня два таких отреза, ну, показываю просто расцветку. Я показывала в покупках недавних эту ткань. Я думаю, что для сумки будет то, что надо, потому что, ну, такая она темненькая, не маркая, для машины, в дорогу, туда-сюда. Как раз будет то, что надо. И очень приятный цвет. Мне нравится вот этот голубенький, тут какие-то бабочки-букашки ночные, жучки. Кстати, у нас в деревне я обнаружила, что у нас есть светлячки, я их раньше никогда не видела. Вот, а так случилось, что они стали прилетать к нашему дому, и выходишь вечером, и вот эти, знаете, инопланетные вот эти вот огонечки летают, очень прикольно, классно. Вот, поэтому ткань в тему, и внутренность вот такая нежная, голубенькая снова. Здесь просто какие-то ягодки, это ткань Liberty, но я покупала ее метражом, у меня ее много, и она такая нейтральная, я думаю, на внутренность подойдет. И есть у меня молния, вот такая синяя, есть еще белая, но я думаю, синяя подойдет. Здесь сантиметров 35, я думаю, на ширину хватит сделать 35, может быть, на 40 внутрь. Может быть, какие-то ручки сделать, ну, в общем, я буду думать. Какая будет сумка? Может, 35 на 35 сделать? 38 на 38? Даже не знаю. Ну вот, какую-то такую большую сумку надо сделать, чтобы все это хорошо помещалось, и ткани, и запасом, чтобы можно было брать любой большой процесс. Так, что еще хотела вам показать? Быстро. Разбирала я свой рукодельный шкаф и нашла ножницы, потому что я долго не могла понять, где мои ножницы. Смотрела, искала, и все, никак не могла найти ножницы. Оказалось, что они у меня спрятаны в процессах. Я, конечно, искала в процессах, но их же много. Я-то все процессы не поднимала, поэтому кое-что у меня ушло из вида. Вот такие у меня ножнички от DMS, я их покупала давно, под винтаж, очень классные. Они не очень острые, но они просто прикольные, и к ним есть вот такой вот шикарный шармик. Классные. Вот эти ножнички мне тоже дарили, они тоже классные. Они, кстати, остренькие, no name, но хорошие ножницы. Вот, и так как у меня не было ножниц, а мне нужны были еще ножницы, я купила еще одни цапельки от DMS. Вот смотрите, это новенькие, а вот этим стареньким 10 лет, ну примерно. Видите, золотишко-то стерлось. Вот, ну, ножнички симпатичные, остренькие. И вот такой вот морской у меня здесь маячок. Как раз это каржанте у меня ножнички вот эти такие. Вот. Ну что, вроде бы все вам рассказала, показала. Побегу шить и буду делать почаще включения. Так что увидимся с вами совсем скоро. Привет, это я и мой рукодельный шкаф. Я навожу порядки раз в год, особенно в августе месяце, когда у меня отпуск. Это очень полезное дело, все перебрать, разобрать. У нас очень-очень много пыли, это просто какой-то ужас. Вот, хочу немножко поразбирать. Я уже даже забыла, какие у меня там хорошие наборчики лежали поближе, да, чтобы вот можно было взять и начать в любой момент. Ну, это уже такие мечты, что-то начать, тут бы что-то бы закончить.
Вот, там много схем, тканей, что-то покупалось, комплектовалось, и вот такая огромная у меня куча. Шкаф я протерла. Сейчас начну все это складывать. Так что пожелайте мне удачи. У меня там юбка новогодняя лежит, какие-то дименшенсы раритетные. В общем, много всего интересного. Ну, хоть поперебираю, порадуюсь. Вам потом покажу, что получится. Так, круг потихонечку сужается. Здесь у меня осталось совсем чуть-чуть разобрать. Вот. Нитки в коробках на своем месте. Наборы у меня там стоят. Но лучшего места им не нашлось. Ящики там у меня укомплектованы. И осталось вот, потому что здесь разные схемы, какие-то процессы. И в течение года что-то достаешь, берешь, и вот получился бардак, в общем. Так, ну давайте попробуем разобраться с этими вещами. Так, разбирала вот этот пакет. Здесь у меня был дорожный процесс. Нашла там ножницы. Я их долго искала. Пришлось даже купить новые. Никак не могла найти. Ну вот, нашлись ножницы. Классно. Вот, и я хочу... Знаете что? Переложить в этот мешок схемы, потому что я его забирала на работу для организации процесса. Сюда сейчас переложу схемы, а завтра, наверное, сошью новый мешок, либо какую-то сумку для процесса, потому что, вот видите, неудобно. А у меня здесь ну, очень такие хорошие схемки. Ой, все посыпалось. Ткани, это для рестартов, схемы, то я отшила, ну просто здесь лежит. Вот, я вам 100 раз их показывала, девочки уже повышивали все эти схемы. Тут тоже у меня вот отшив, это у меня комплектация МД8, МД7. Покупала там каким-то количеством, это снято из производства дизайна Мирабилии. И к ним была ткань оригинальная и материалы. Вот МД-8 мечтательница, у меня даже нитки собраны уже столько лет. Я все вот думаю, ну хочется начать. С другой стороны, у меня столько всего, прям вот не знаю. Скучаю по вышивке, наверное, поэтому у меня такие мысли разные. Вот это очень хочу начать. Давно мечтаю тоже. Вообще люблю Lavender and Lace. Вот эти все схемы очень люблю. Вот это классно тоже. Ну, в общем, такие схемки. Я их храню вот в рукодельных мешках. Оказалось, самое практичное. И хочу еще сшить несколько таких мешочков. Прям то, что нужно. Вот видите, как красота. Сюда нужно вставить даже еще шнурок. Сшила, а шнурок не вставила. Как-то так вот и еще будет шнурок, и будет хорошо. А, есть липучка. Я уже забыла. Да, есть же липучка. Вот. Все. Красоте. Но нужно еще шить. Игла. Вот еще миробилии собранные. Тоже я туда-сюда. Мне не хватает организационных коробок. Здесь у меня я разобрала останки мюхилов, то, что я повышивала. И, может быть, еще буду раз вышивать. Вот, к примеру, помидорку я хочу вышить на ткани. Сделать подушечку. Здесь у меня процесс. Не процесс, но, в общем, купила заготовку под мини-одеяло. Но, к сожалению, мне здесь не понравилось то, как здесь идет... Вышивается по печатному кресту, и как-то получаются очень просветы. Я не приняла еще решение, как я буду решать этот вопрос. Поэтому тоже залег на долгие годы, скорее всего. Тут у меня ткани. Тут у меня вот нитки собранные под разные процессы. Это у меня Мирабилия рождественское украшение под рестарт. К ней ткань купленная шикарнейшая, я вам показывала уже. Ну, у меня такой влог, поэтому
Можно что-то показать и второй раз, правда? Вот такая шикарная ткань. Это, по-моему, от Вичелд у меня с разводами. Потрясающая. Вот, может быть, к Новому году какой-нибудь рестартик сделать. Так. Дальше. Нитки под Мирабелью Мечтательница. Хорошо, чтобы вкладываю бумажки, чтобы не забыть. Это у меня нитки. Нитки. Не помню, от какого процесса. Скорее всего, от Персефоны. Да, Персефона. Да, у меня еще Персефона в процессе начатая. Вот, что еще? Вот еще сумки, мешки. Вот это что это у тебя, Юля, тут? Как тебе не стыдно такую организацию иметь? А это анкор, да. Многострадальные нитки, вот. Ткань, слава богу, в рулоне. Сейчас надо посмотреть, какие сумки все это поскладывать. Как? Сумочки красивые. Мешочки. Так, а здесь что? Тут кого я запрятала. А, ну здесь у меня все в порядке. Здесь курицы. Курицы ждут своего старта. Там ткань сшитая, все. Пусть лежат. Курицы в порядке. Так, это у меня готово. Вот здесь что тоже, посмотрите. Ай-яй-яй-яй-яй. Это я доставала. Смотрела своих старичков. То, что у меня начато. Я все думала, можно сделать рестарт на равномерке. Это вот, знаете, у меня часто бывает, начну, потом думаю, вот, надо было на равномерку поменять, а я вот тут уже вышила много. И вот так вот себя мучаю, загоняю. Может быть, взять, вышить уже на Аиде, не мучиться, и все. Очень красивый дизайн, кстати, от Вервака. Надо погладить, отнести в рулон с начатышами. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, шелковая нитка дорогущая валяется. Жорт, Юля. Да. А, ну вот он. Вот картинка Вервака того, что я вышиваю. Ну, иногда достаю, так посмотрю, знаете, поахаю, повздоху. Вот еще один начатыш спрятанный здесь. Поохаю, поахаю. Сама себе пожалуюсь, что мне времени нет, а как хочется. Вот тоже такой наборчик лежит. Маленький совсем. Взять да вышить. Остатки. Вот кота, которого я вышивала. Очень мне понравились эти игрушки, они такие классные. Да, а это я тоже доставала, думала что-то с ним сделать. Но здесь нужно на льне вышивать, просто у меня руки не доходят. Это кропотливая очень работа. Это чайник от Зинганы. У меня идет под кодовым названием чайник Зюганова. Не спрашивайте почему, просто созвучно. Поэтому и Зюганов. И здесь, знаете что, я его шила. Ой, уже стала собирать. Но так как здесь видно 14 аккаунта, она такая жутенькая. Ну, в смысле, жесткая, какая-то рассыпчатая. Мне так не понравилось, все так коряво. В общем, я решила, что не буду я собирать этот чайник. А надо сделать на льне, на какой-то мягкой такой хорошей основе. Чтобы можно было правильно собрать, проклеить все флизелинчика внутри и все собрать. Какая-то лента тоже что-то хотела сделать. Что-то еще собранное. Ангел, а, Dimensions, ангел музыки. У меня схема есть. Вот нитки собраны, пожалуйста. Лупа от Stitch Smart. Да, уже тоже только она потерлась тут у меня бедная. И еще какие-то нитки. То ли откуда-то высыпались, то ли непонятно. Так, это что? Это от Анкора. Анкора. Ну, это Dimensions. Катушка. Ой-ой-ой. Откуда нитки? Спрашивается. Кто бы знал. Да, ну вот сейчас буду наводить порядки. Вот так вот. Все. Не буду вас мучить. Сейчас буду все разбирать, думать, как это все красиво разобрать, хоть бы приличненько.
И дальше вам покажу, что получится. Так, дело ближется к завершению. Достала еще небольшой пакет с процессами. Это то, что вы не видели, то, что, как говорится, за кадром. С работы принесла вот такой набор. Было дело, я открыла и сделала там буквально пару крестиков. Это ланарты, чудеснейшие подсолнухи. Мечтаю их вышить. Осень скоро, кстати, там тыквы интересные. Вот. И процесс у меня организован вот так. Ну, тут процесс... Вот, видите, вот оно все. Но я вот так открыла и... Давайте вам покажу старт. Здесь, кстати, очень классная равномерка. Такого, знаете, бежевый цвет. Красивый. Ну, тут вот ничего не понятно, пару крестиков. Но я обнаружила здесь классные ножницы. Я искала, думаю, где мои ножницы, где мои все ножницы. Они по процессам. И здесь хорошая игольница. Вот, у меня вот такие ножнички еще, оказывается, есть. Я про них забыла. С таким вот красивым крутым шармиком, который подходит. И вот такая вот игольничка шикарная дорожная. Вот как полезно разбирать процессы. И вот этот процесс хочу организовать. Видите, как страшненько. Это ланарты, вот такие шикарные калы. Да. И здесь у меня что под резиночкой? А нет, ножничек. Куча ниток. Шикарная основа. И вот такой старт. О, какой старт классный. Какой процесс классный. Как я хочу вышивать эти калы. О, знаете, все процессы я люблю. Недавно открывала, там посмотрела. Все мне нравится, ничего не разонравилось. Ну, за исключением там совсем каких-то старых-старых. И надо организовываться так, чтобы... Ну, в этом году я вам попозже расскажу, наверное, про планы. Хотя, как озвучишь, так потом все идет наперекосяк. Вот. А на следующий год мне бы хотелось подошивать много процессов. Там по 50 у меня процентов вышито. И прям такие вот финиши уже, ну, финиши. Работы, которые готовы быть финишами. Они лежат, ждут. Возьми, Юля, заверши. Вот. Ну, видите, жизнь, она так складывается. Не так, не всегда так, как мы хотим. Бывает так, как закрутит. И приходится заниматься другими делами. А хобби уже так остается на потом, на остаток. Ну, ладненько. Сейчас займусь еще вот этими процессами. Честно, не знаю, как их организовать. Наверное, надо пойти сделать чайку, кофейку, попить чего-то, успокоиться. И дальше постараться сконфронтировать вот это все. Нитки, какие-то органайзеры, как-то поприличнее сделать, чтобы не просто запихнуть в пакет. Ну, не знаю, как это организовать. Но этот процесс у меня в папке, вроде бы аккуратно все. Ну, в общем, пойду, девочки, передохну и приступлю дальше. Кстати, вот там на полке у меня уже покрасивше. Я уже все потихонечку раскладываю. Вот. И уже здесь все подсобрала. Все. Один пакет остался. Вот так вот. Запускать, наводить. Разводить процессы. И потом не знаешь, как это все собрать и организовать. Ну, пойду. Итак, я... разобрала практически все. Мне осталось разобрать две коробки с тканями и с нитками. Ну, я просто хочу посмотреть, что у меня есть, что, может быть, нужно дозаказать. Там, в принципе, у меня относительный порядок. Ну, я открою, так загляну, посмотрю это уже, может быть, завтра, потому что я сильно устаю, когда разбираю вот такие вот завалы. Вот, и три процесса у меня организовались просто в пакетике. К сожалению, не нашлось ничего приличного. Нужно, конечно, шить конверты с прозрачным окошком. Я еще не шила такую штуку. И очень хочется попробовать заодно красиво все это организовать, потому что, ну, в принципе, так тоже может храниться, но хочется какой-то немножко эстетики. Может быть, процессы тогда будут идти шустрее. Ну, я, по крайней мере... Иголочки вот в этом процессе разобрала, здесь не разбирала.
Здесь их не было, но как-то, ну что смогла. В общем, более-менее. Вот мой шкафчик. Еще раз я вам покажу мой шкафчик. Вот так. Вот. Заказала две коробки с Икеи, жду. Я думаю, что что-то можно будет сложить в эти коробки. Будет покомпактнее. Внизу у меня всегда нитки. Мне так удобно. Ну, в общем, вот такой вот у меня рукодельный влог. Мы с вами находимся в Кардице, деревня Катафигио. Здесь очень красивые места. И вот сейчас мы поднимаемся на гору. По пути стараюсь снимать какие-то красивые виды. И вот хочу показать вам, можно так сказать, местную достопримечательность. Это горы, которые образуют силуэт женщины. И вот эти горы называют спящие. Вот если присмотреться, видно лицо женщины, нос, рот. Как будто бы она уснула, под разными ракурсами по-разному смотрится. Высота этой горы 2200. Надеюсь, вам хорошо видно. Вот. Внизу несколько деревушек. Вот одна небольшая. И есть еще деревня Кастаня. Попробую сейчас обойти и тоже вам ее показать. Здесь еще есть деревья, поэтому вот с этой стороны попробую вам показать эту деревню. Расстояние очень большое. Вот такая красота. Горы. Сейчас мы находимся немножко дальше уже, с другой стороны. И вот здесь видно часть озера. Озеро вообще очень большое. Похоже на реку, но это озеро. И здесь также видна дамба. Вот смотрите, постараюсь увеличить. Техническое озеро, конечно. Сделали дамбу и собирают воду. Вот такая большая дамба, видите. Ну, тоже местная достопримечательность. Сейчас уровень воды достаточно упал, потому что поливы. Вот горы, спящая. Немножко, видите, с другого ракурса. Красота. Там вот гора с елками. Еловый лес. Редкость. Потому что у нас в основном сосна. А елки очень тяжело приживаются. Вот. Здесь летают сейчас пчелки. Потому что здесь вот дикая малина. Жарко. Ну, ничего. Вот оно, наше озеро. Итак, мы забрались на гору. Называется она Жвон. Уже перекусили. Сварили себе кофейку, немножко передохнули. Сейчас пойдем походим здесь немножко по горным тропкам. Ну и хочу показать вам, конечно, какой здесь вид. Я надеюсь, камера хоть немножко сможет.